Друзья, всем привет! Вот и подошло время сделать ТО на мой автомобиль Peugeot 5008 из Кореи. Пробег сейчас на автомобиле 32 тысячи. Проверим. 32 667 километров. После ТО я проехал около 8 тысяч километров, когда я делал в первый раз автомобиль на сервисе. Ну и решил, конечно же, опять заменить масло. Ну и сделать обычное ТО. Давайте посмотрим, какие расходники я заказал на этот автомобиль. Оригинальный масляный фильтр. Артикул вы можете здесь увидеть. Выглядит он таким образом. И топливный, также оригинальный. Раньше я ставил в предыдущее ТО топливный Евро Репея. Также идет эта дополнительная резиночка. Ну и как всегда, заливаю масло Экстрим 0W5W30. Очень хорошо себя показало масло, минимальный расход топлива и жора масла также не выявлено. Ну и сейчас я покажу, пока у нас разбирается старый салонный фильтр. Я ездил на таком же фильтре Nordfill и как раз таки заказал еще два интересных фильтра. Это у нас угольный, это обычный салонный. Угольный я ставлю как раз сейчас на лето, когда у нас пыли очень много само по себе. Салонный у нас ставится, именно состоит из двух частей. Ну и вот вы видите частички угля как раз таки на этом фильтре. В целом, я считаю, очень хорошие фильтра. Посмотрим сейчас состояние за 8000 километров. Ну а вот эти обычные фильтра, они полегче, не угольные. Я их буду ставить на зиму. Считаю это более практичным вариантом. Обслуживание я провожу в техцентре Бастион. Очень грамотные специалисты. Ну и как вы все знаете, всегда я меняю сервисы для того, чтобы узнать и найти, познакомиться с хорошими мастерами. Ну и, соответственно, машина уже сейчас в работе. Итак, друзья, салонный фильтр уже заменен. Это мой старый фильтр Nordfill, тоже угольный. И за 8000 километров пробега, я считаю, даже он очень себя хорошо показал. Особо не сильно замызган. Вот можете увидеть состояние ячеек. В целом, мне очень нравятся фильтры Nordfill. И, наверное, теперь буду всегда их покупать. В целом, они себя очень хорошо зарекомендовали. На предыдущих автомобилях я их не ставил. Делает российская компания Nordfill, базируется в Санкт-Петербурге. У меня личный пользовательский опыт только замечательный. Ранее, помню, ставил разные фильтра на предыдущий автомобиль Geely Coolray. И очень часто были проблемы с запотеванием. Также ставил угольные. Но здесь, в этом автомобиле, все очень хорошо продумано. И за всю зимнюю эксплуатацию у меня никаких запотеваний не было от слова совсем, вовсе. И я только об этом не нарадуюсь. Обычно в китайских автомобилях затягивают заднюю сферу запотевания. Но здесь автомобиль очень грамотно продуман. И я нереально доволен после того, как я использовал автомобиль Geely Coolray. Заменил воздушный фильтр. Фильтр проходил 7500. Вот такое у него загрязнение. Поставил точно такой же Big фильтр. И многие знают, что этот же фильтр идет в оригинале. Вот этот номер для заказа. Очень хороший фильтр. И действительно, ну, можно сказать, это оригинальный фильтр, который кладется в запчасти PSA. Также, друзья, напишите в комментариях, у кого такой же автомобиль, кто как решил вот такую проблему. Это, получается, прокладочка, которая идет на воздушный фильтр, она со временем просто начала, ну, скажем так, разлагаться. Поэтому напишите решение, пожалуйста, в комментариях, кто что придумал, как решить такой технологичный конструктив. Заменил заднюю щетку очистителя. Вот этот номер для заказа. Это Valio с небольшим графитовым напылением. Очень хорошая щетка. Действительно показывает себя замечательно. Ничего не замерзает. В зимней эксплуатации мне машина очень понравилась. И никаких проблем нету. Щеточку заменил, потому что, ну, срок годности. Когда менял, было холодно и откололся при замене часть пластика дворника. Но это не беда. Можно заказать. Стоимость 2000 рублей. Может быть, кто-нибудь даже напишет в комментариях, где заказать.
А вот почему я расстроился. Очень в чатах китайцев хвалили эти дворники, валево силиконовые. Пиарить я их не буду. Раньше всегда пользовался валево с графитовым напылением, резина плюс графит. Здесь же силикон, и, к сожалению, все-таки трут-то они хорошо, не замерзают, но очень много разводов на лобовом стекле от этих оригинальных дворников. Плюс, учитывая, что они не для моего автомобиля, крепление само по себе совпало, но здесь такие есть усики, которые были и с этой стороны, и их пришлось подпиливать. Поэтому вот именно силиконовые щетки валево мне что-то как-то не зашли. Далее, друзья, я все так же занимаюсь и продумываю, как же лучше сделать в этом автомобиле запаску. Намутил я вот такое запасное колесо от Mercedes GLS. В целом, я думаю, можно что-то придумать. По центральному отверстию оно подходит, но нужно увеличивать высоту и подбирать более длинные винты, чтобы все это фиксировать на колесном диске, ну и, соответственно, точнее, на ступице. И, конечно же, друзья, как-то надо ее крепить снизу. Тут вопрос, напишите в комментариях, кто что думает, есть смысл заморачиваться, размещать снизу, или все-таки оставить как есть и ездить с дополнительными наборами для ремонта колес. Учитывая, что мой автомобиль двухлитровый дизель, и он просто не предусматривает запасное колесо, к сожалению. Из плюшек я увеличил бак омывателя в этом автомобиле. У меня изначально идет 2,3 литра, здесь теперь 5,5 литров в этом автомобиле, или 5,1, если не ошибаюсь. И купил на Авито за 4,300, и у Александра Кекнеса, как всегда, я заменил, и теперь могу меньше заливать незамерзайки в этот мой любимый автомобиль. Финалочка. Сколько же мне обошлось? Как я уже сказал, фильтр воздушный стоит 1200, масляный и топливный стоят около 3000, оригинальные. Масло я залил в свое Extreme и, соответственно, немножко долил дополнительно. Масло обходится где-то в районе 6500, ну, 6500 за 5 литров. Мою версию надо лить именно 4,5 литра, так как она с двумя балансировочными валами и вмещает в себя меньше дополнительного масла. Ну и за работы, соответственно, я заплатил всего лишь 8000, и это с учетом развал схождения. Развал был таким, стал таким. Для чего я его делал? Потому что вы все знаете, что я использую автомобиль на проставках, уже проехал где-то около 6000 километров на них, и могу сказать, спорные такие моменты, потому что да, действительно стал клиренс лучше, больше, выше, 180 миллиметров, 18 сантиметров, но при этом я очень кайфанул зимой, потому что машина низкая, и я нигде не застрял. Действительно, очень легко выбраться с любой дорожной ямы, с сугробов и всего прочего. Хоть машина переднеприводная, с дополнительными ассистентами стабилизации, вот с этой шайбочкой, можно очень хорошо выехать из любой непонятной перебряги. Если, конечно, вы не посадите автомобиль на брюхо. Но в целом ход амортизатора уменьшился. На некоторых на стыках мостах бывают небольшие пробои. Это, опять же, на Тульской области, когда я езжу. Но и на таких же местах у меня были пробои на стоковой подвеске Subaru Forester и Tank 300. Да, даже на нем были эти пробои. Поэтому, не знаю, может, я придираюсь. Но, с другой стороны, подвеска стала чуть-чуть жестче. Изначально она была просто великолепная, просто мягко глотала все неровности. Поэтому, друзья, смотрите, либо вам нужен клиренс, как я, либо вы будете также, получается, знать, что какие-то элементы подвески могут прийти в негодность раньше своего срока, и постоянно приходится делать схождение для того, чтобы проверять вообще состояние подвески. Помимо этого, когда я автомобилем пользовался во время движения, при маневрировании задним ходом у меня были какие-то стуки. Но это в зимнюю эксплуатацию. Сейчас их на странность нету. Решил я особенно на проставке, но когда я поехал в сервис, в двух сервисах мне сказали, что никаких проблем нету. Заменили мне опорные подушки двигателя, там по 3000 они стоят, на всякий случай, но они были в идеальном состоянии. Не знаю, зачем мне это сделали. В целом, вот такие вот интересные истории по
моему Peugeot 5000. Также до сих пор я веду работы по блоку старт-стоп, а именно по ему отключению. И, соответственно, вот, не знаю, ребят, что делать. На самом деле, этот старт-стоп, с одной стороны, у меня сейчас не работает, но с другой стороны, висит ошибка. По-хорошему, надо искать и менять блок для того, чтобы грамотно его отключить. Да, это сложный такой момент, но более подробно я расскажу в другом ролике, почему у меня такая ошибка вышла, и там действительно, к сожалению, виноват я сам. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на канал, в этом канале вы будете знать про обслуживание и про вообще мое удовольствие владению Peugeot. Сам я к Peugeot абсолютно холодно отношусь, мне как бы плюс-минус, но это, я считаю, до сих пор лучший автомобиль для семьи, какой мне именно нужен на период 5 лет эксплуатации. В целом, также вы можете узнать на моем канале, как развиваются китайские поделки на автомобиле. Поэтому не забывайте подписываться, всегда рад увидеть вас в комментариях. Мой автомобиль опять преобразился. И прошло 2 недели, сейчас я более подробно вам расскажу, что же изменилось. Во-первых, я добавил еще 300 мл масла, так как у меня было где-то 4,3 литра. Соответственно, вошло еще 300 мл масла в мой двигатель. Двигатель по-прежнему в идеальном состоянии, масло не кушает. Масло, которое я заливал Extreme, это у нас бренд X-Line. То же самое, просто они сделали ребрендинг. Линейка теперь называется VRS GTK. И тут уже мы видим допуски PSA B71-2312. Оно создано именно для этого автомобиля и имеет допуск 0W, 5W, 30. Это очень оптимальное масло. С покупкой масла мне положили вот такой вот сертификат о соответствии, декларация. И здесь выписаны все допуски, которые проходят по этому маслу X-Line. Соответственно, наш пижошный допуск есть. И теперь перейдем к дальше. Почему? Как я нашел стук в автомобиле и что я с ним сделал? Вот, обратите, друзья, это мои проставки. Как показала практика, и вы многие были правы, что проставки делают вид, наносят только вред автомобилю. И действительно, так оно и случилось. Что за протяжение 9000 километров произошло? Во-первых, мы видим опору двигателя, которые ходят на этих автомобилях где-то в районе 150 километров. Здесь, к сожалению, когда в первый раз мне поставили проставки, опоры установили немножко неправильно, отбойник был расположен неверно, именно который берет все усилия на удар. И он как раз-таки, этот отбойник, вот так расколошматил мою опору двигателя, которая расположена слева. Это первые стуки, которые были. Вторые стуки, которые я обнаружил, это рулевая рейка. В ней, вы сейчас увидите фото, появилась трещина на пластиковом зубце. И ремонт мне встал в 25 тысяч рублей. Теперь этой проблемы нету. Соответственно, после вот этих непонятных, удивительных мною тюнинга, я принял решение снять проставки. И приехал ко мне подписчик. И мы теперь обменялись с ним колесами. Теперь я езжу на 19 диаметре колес. Он приехал на машине такой же абсолютно конфигурации с пробегом 230 тысяч. То есть эти колеса, они походили, много всего увидели, то есть машина была куплена уже бушной у моего подписчика, ну и мы с ним, в принципе, решили поменяться, он хотел более мягкой подвески. Здесь же, когда приехал мой подписчик для замены и обмена колес, я был в шоке состоянием его автомобиля. У него точно такая же комплектация, и салон выглядит практически так же, как и у меня, на таком большом пробеге. Вот что значит натуральная кожа Напа и настоящая Алькантара. Поэтому, друзья, китайскому автопрому еще очень-очень много стараться и учиться. Здесь же, в принципе, по мягкости, я бы не сказал, что она стала пожестче, но на этом диаметре и с этим рисунком, в принципе, она смотрится красиво. Многие скажут, зачем ты поменял свои 23-тысячные колеса, которые были в идеале, на такие. Как я уже рассказывал в своих видео, то, что шиномонтажники мои любимые поцарапывали мне все 4 колеса, когда я делал шиномонтаж в плохую темную погоду, и машина была грязная, сразу я этого не увидел. Поэтому мне все равно бы приходилось бы их красить. Здесь же я буду их зимой отправлять в покраску. Будем делать черный глянец, черный мат и матовые диски. То есть двухцветка будет у нас. И, соответственно, здесь у нас уже идет
китайская резина. Раньше у меня был Continental. На Continental, которые шли с этим заводом, они очень хорошо экономили топливо, но, к сожалению, заносило заднюю ось. Я это не смог проверить на этом автомобиле, но вот эта резина 23-го года, там у меня резина была 18-го, и называется она Greenlander, короче, Китай, одним словом. И по ней ужасно сильно вырос расход. После смены 18-го диаметра на эти 19-е с этой резиной у меня расход вырос на 1,3 литра. Я буду пробовать решать его заменой резины. Ставить я буду Hankook DynaPro RA33, которая у меня в предыдущем автомобиле была. Она ходит 100 тысяч километров пробега и очень хорошая по экономичности, по шумности. Ну и, в принципе, она очень износостойкая сама по себе. И мне она очень понравилась по держаку. Здесь же я попал в аквапланирование, в сильный дождь. Машину сносит не только заднюю ось, но и переднюю. Поэтому, ребята, я до сих пор придерживаюсь своего мнения, что китайская резина не очень хорошая. Но опять же, есть Linglong Green Max, или как она там называется, 17 диаметр. Вот она еще более-менее хорошая, но в 18 диаметре на Geely Cool Race штатная резина, как бы мы все помним, сделана не очень. То есть там так же ее сносят. Поэтому вот такие у меня новости. Понял, что проставки действительно лучше не ставить на любые автомобили. Если, конечно, вы хотите сохранить именно заводские все детали, и чтобы они были не в сильном износе. Ну и, соответственно, сделали дополнительно развал схождения для того, чтобы выровнять все оси по ГОСТу. Поэтому, друзья, буду держать вас в курсе. Автомобиль мне очень нравится. Продавать я его не собираюсь. Многие говорили, зачем нужен в автомобиле массаж сидений, но я им пользуюсь и на пассажире. И пассажир пользуется, и я сам лично пользуюсь каждую поездку. У меня больная спина, и действительно массаж сидений — это просто замечательно, как он сделан на Peugeot. Много очень разных режимов, которые массируют вам спину. В целом, машиной я очень сильно доволен и продолжаю ее эксплуатировать. В планах еще на ней ездить, наверное, лет 5. Пока на китайские автомобили пересаживаться я вновь не хочу. Ну а проставки у нас направляются в помойку. Поэтому, друзья, мое дело вам все рассказать, показать. И кто многие купили и поставили проставки, ну все-таки вот моя личная практика показала, что лучше все-таки их снять, дабы просто меньше попадать на ремонт таких узлов. Ну и, соответственно, она изнашивается, подвеска, более быстрее. Далее, что я хочу сказать, в дальнейшем клиренс у меня уменьшился, да, на 20 миллиметров, но на 1 сантиметр он увеличился благодаря увеличению диаметров колес. С одной стороны, это большой плюс, и подвеска стала, ну, опять же, мягче. Все-таки она стала на проставках более жесткая, теперь же более комфортная езда. В дальнейшем по клиренсу для чего все еще ставил? Все эти проставки только для того, чтобы зимой мне было более комфортно парковаться к бордюру, так как мы можем увидеть. Под этот бордюр мы еще можем как-то припарковаться, но есть более высокие, и под них очень сложно. И зимой на проставках было очень здорово выезжать из любого, из любой каши, из любой заснеженной целины, ну и всего прочего. То есть клиренс все-таки не хватало на этом автомобиле. Проставки решили этот момент, но будем думать зимой, потому что зимой я буду использовать 18-е диски. Буду отдельно заказывать, чтобы каждый раз не делать шиномонтаж. Зимой автомобиль показался с лучшей стороны. Все стекла у меня не запотевают, как было в моем китайце. Машина прогревалась быстро. Ну и, в принципе, она дает очень хороший расход топлива. Для семейной эксплуатации этот автомобиль до сих пор считаю самым лучшим. Жалею я о том, что я ранее не купил этот автомобиль в 2021 году, когда я мог купить его новым, совершенно новый и новое поколение за 2,9-3,1 миллиона, в зависимости от комплектации. После того, как я пересел на 19 диаметр, спидометр показывает прям один в один, в точь-в-точь, как с GPS. Если раньше была погрешность 3-4 километра на 18-х дисках, здесь теперь имеется один в один показания с GPS. Вот такая вот интересная конфигурация. Друзья, жду от вас комментария под этим видео. Напишите, пожалуйста, по опыту, кто-нибудь ставил ли на этот автомобиль Peugeot 5008 амортизаторы от C5 Aircross. Будет ли изменен клиренс? Ну, вообще, ваш отзыв очень важен для меня в комментариях. Ну и желательно артикулы тоже. В дальнейшем буду смотреть,
Желательно, чтобы кто-нибудь из подписчиков написал по поводу амортизаторов от DS C5, от Citroen C5 Aircross, для того, чтобы понять, ну, все-таки насколько увеличится клиренс, или он все-таки будет такой же. Потому что будем дальше ставить именно оригинальные запчасти, которые должны именно быть совместимы с этим автомобилем. По проставкам я вам все объяснил, поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, и до скорых встреч. Пока, друзья!